сегодня? Вообще турнир. Итак, уважаемые друзья, время. Время 11:23. Время 11:23. На корте номер 3 в городе Раковник. Идет финальный матч в женском одиночном разряде, где встречается София Чеклистова, Эстония. Девушка выступает в костюме такого розового цвета. И против нее... Против нее выступает девушка Эмма Радукана, Великобритания. Девушка в таком светло-зеленом костюме. Играется финальный матч. Какой счет, сказать не могу. Какой счет, пока что сказать не могу. Ну, гейм взяла представительница Британии. И сейчас эстонская спортсменка будет подавать. София Чеклистова, Эстония, принимает британская спортсменка. Ударами играет Чеклистова, но сваливается мяч с троса. Сетка играет за спортсменку из Эстонии. Видел я Чеклистову когда-то раньше, не могу сказать, что там мне показалось с ее игрой. Да, она демонстрирует такой атлетичный теннис, но не очень уверенно шла вперед. Вот это я помню, что такая история была. Но у девушки хорошие физические данные, атлетично подготовлена, и она реализует стратегию свою. Мощная игра на задней линии. В общем-то, она четко играет свою подачу. С приличным запасом подает вторым мячом. Никуда не торопится. Британка пока что не справляется. Вот срывает удар. Чеклистова по 30. У британки более плоская игра поставлена, она играет более агрессивно. И, в принципе, справляется, читает игру, справляется. Такое ощущение, что выбрасывает короткий мяч. Британка отыгрывает. Срывает удар. Удар меньше на подаче Чеклистовой. Дальше подает.
такие накатистые удары чек-листовые. Пробивает прямую, но чек-листова не идет вперед. Это основная ее особенность игры. Назовем ее особенностью игры. Она не идет вперед. Не идет вперед. Рассыпается. Расстроена чек-листова. Какой счет? Пытается собраться. Но вот не хватает. Не хватает у нее выхода вперед. Вхождение в корт. Она все пытается делать игру от задней линии. Да, непонятно какой счет. Потерялся я со счетом. Не проходит первое. И чек-лист подает вторым мячом. Надежно. Выбрасывает. И вот вперед-то надо бы пойти уже с короткого. Держит британка четко то, что надо. Насколько грамотно поставлена игра у британки. Ну, такая перекрученная хватка. Ошибается девушка. С открытой ракеткой прилично попадает. Чек-листов не торопится никуда, спокойно идет, дышит, понимая, что торопиться ей некуда. Это, в общем-то, мастерство, не спешить в такой ситуации. Атлетично подготовлена девушка, четко вкручивает подачу, выкидывает горку, пытаясь снять темп. Опять выкидывает горку. Хорошая была комбинация в исполнении британки. Нужно было положить мяч ударом с воздуха, но она решила выполнить драйв, выполняя удар с воздуха, и ошиблась. Сорвала этот удар, чек-листова берет свою подачу. Да. Интересная история. Не проходит у британской спортсменки первый мяч. Чек-листовый хороший запас с точки зрения физики. Вот. Вот мы увидели выход вперед чек-листовый. Увидели выход вперед чек-листовый, но подготовила атаку. Подготовила четко атаку от задней линии, вошла вперед и положила мяч по месту четко. То есть она ходит вперед, но подготовив атаку. Британка тоже не торопится, понимая, что матч длится уже порядка 2 часов на корте спортсменки. Тяжело, тяжело двигаться, выполнять работу на корте. Чек-листова выбросила горку, но потом не смогла отработать мяч. 15.
грубая ошибка британской спортсменки. Ну, видимо, подсела уже физически тоже. Чеклистова грамотно пытается горками снять, такими горками. Как четко положила Чеклистова мяч прямо на линию. Уменьшенная подача британской спортсменки. И вот смотрим. Чеклистова играет с таким запасом. Запасом по физике. Грубая ошибка у британской спортсменки на подаче. Не идет первый мяч. Чеклистова не торопится. Продолжается игра. Забивает с короткого мяча британка. Нужно отдать должное, что девушка готова и физически, и, главное, психологически. На таком счете, в такой ситуации, очень готова девушка, очень. Проходит первый мяч у британки, Чеклистова выбрасывает горку и продолжает опять такими блоками по сторонам. Британка. Как хорошо британка подготовила выход и сделала то, что должна была сделать. Больше на подачу британки. Полугорками играет Чеклистова. По месту никуда не торопится Чеклистова, делает то, что должна. Ой, что творят девушки? Ошибается британская спортсменка, опять ровно.
смотреть, что ли? Итак, уважаемые друзья, по счету вам сейчас скажу, что первый сет выиграла британская спортсменка со счетом 6-3, и во втором она ведет 4-3. Чек-лист выпадает. Да, такие полугорки чек-листовые, это такие полугорки чек-листовые не создают достаточной трудности для британской спортсменки. Она играет более плосковато и низко над сеткой. Забивает. Чек-листово проигрывает очко на своей подаче. Не знаю, что там со счетом происходит. Но, в общем, вот эта вот особенность. Втыкается в мяч. С двух рук еще у чек-листовой как бы ничего. С двух рук у чек-листовой при выполнении технически выполнения удара он делает такую короткую петлю перед выполнением удара. Ну, нужно сказать, что это достаточно сложная история. Это она проиграла два мяча. Не знаю, что со счетом, но, в общем, такое ощущение, что не в своей тарелке девушка. Острее удар выполнения ударов, что справа, что слева, с отскока более агрессивная игра у британской спортсменки. Тяжело чек-листово. Интересная история. Забивает британская спортсменка, берет гейм, ведет 5-3 во втором сете.
что хочется сказать, уважаемые друзья, что в данном матче, в общем-то, можно сказать, что проецируется данный женский финал, он похож на мужской финал, где более мощные атлетичные спортсмены из Чехии уступил не такому атлетичному, но чувствующему, читающему игру и технически более сбалансированно подготовленному спортсмену из Румынии. В данном матче похожая ситуация. Атлетично Чеклистова готова больше, но с точки зрения чтения игры, техники, британка предпочтительнее. И по 15 британка подает на матч. Полуборка такая в исполнении Чеклистовой. Британка играет в один удар, 15-30. Разобралась Чеклистова в этом гейме с британской спортсменкой. Ведет пока что со счетом, британка со счетом 5-4, переход. Мы пока что переключимся на второй файл для того, чтобы... Переключимся на другой файл, чтобы на другой файл. При счете 4-5 во втором сете Чеклистова подает, чтобы остаться в матче. Британская спортсменка на приеме, и смеем предположить, что у нее преимущество. Полугорки Чеклистовой дают возможность британской спортсменке, в общем-то, подойти к мячу, но ошибается. 15-0. Мощными ударами
низко над тросом. Британская спортсменка по восходящему выкидывает горку. Чеклистова пошла вперед и забивает с короткого мяча. 0:30. Интересное развитие событий. А, не 0:30. 30:0 на подаче чеклистов. Британка четко разобралась, понимая, что чеклистова подает вторым мячом, и сразу с приема забила. Не на вылет, но заставила чеклистову ошибиться. Можно говорить, что это некий... Вторым мячом чеклистова вкручивает, не форсирует. Британка начинает сразу атаковать. И забивает по 30. Решающий мяч. Сейчас играется решающий мяч. Причем нужно отдать должное, что британка все сделала сама. Она не ждала ничего. Понимая, что чеклистова дает ей скорость, дает ей полугорками возможность. Дает ей полугорками возможность атаковать. И, соответственно, вот вам результат. Атакует британка. Она не торопится просто. Плосковатыми ударами. Ой, что творится. Как отработала британка. Мяч сорвался с площадки. Она успела выйти из удара. Чеклистова переходит на горки. Какой важный мяч. Как понимают это спортсменки, насколько это важный мяч. Матчбол. Терпела британка до конца. Косой короткий вкрутила по месту. И чеклистова не дошла до этого мяча. Ну, в общем-то, это оправдано. В такой ситуации перекрыть по ширине всю площадку очень тяжело. Матчбол. 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 У спортсменки из Британии. Первый не прошел София Чеклистова. Второй безупречный, в общем-то, и начинается розыгрыш. Ошибкой с отскока заканчивается матч. Победу одерживает еще не победа. Что со счетом, уважаемые друзья, не пойму. Взяла, Эмма взяла гейм. Забивает. Четко забивает Эмма чеклистов. Эмма Кадукана подает на матч.